Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Приспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Агли, Стефан и Арна. Бро, я уже даже, типа... Бро, я уже даже, типа, не понимаю, я даже не знаю, что меня волнует больше, деньги, типа, или она. Это прямо странно, у меня раньше не было такого. Скажу. Голос, конечно, у него сильный голос, ребятки, звонкий голос, поет хорошо, ребятки, хорошо поет, чисто поет, ребятки. Ну, текст какой? Текст о любви. Сравнение с деньгами, с любовью, с желаниями. Посмотрим дальше, послушаем трек, что он выберет. Баловаться, говорит. Терять тебя не хочу. Выбираю любовь. Клянусь своей мамой, мне похуй. Я убью своей маму каждому богу. И в этом все роды ведь не больно. На эти дни с микрофоном и глухо. Глиста, пан, сейчас даже мусора просят. Боги, вот они с группой шаловой будет глухо. Я и повторюсь, как у тебя заработку. Да, ребятки, что-то он понервничал. Что-то непонятно даже, ребятки. Прям, знаете, какой-то взрыв эмоций, да? И он начал что-то себя вести как-то не очень хорошо, ребятки. Значит, не любит, оказывается, его, ребят. Ну, ты так себя не веди, конечно. Что ты можешь сделать? Ты, наверное, смотри немножко, желание, возможность, и можно ли, понимаешь? Немножко себя контролируй, а то, знаешь, говорить не буду. Заебать, потом я буду тут окончать, заявить последнюю, блядь, потом можешь ее забрать. И что ты смотришь мне сказать? Ты ж терпил, бота. Эй, они меня тыкают, мы роняем эти типа в реальной жизни. Эй, они, передай мне жизнь, я пьячу всем, кто делал кризис. Так, ребятки, там у нас какой пошел, какая пошла музыка, когда кричишь? Что это такое у нас? Я не про таблетки, я не про машину, я все про коляску, я сделаю тебя всю жизнь инвалидом. Кто с меня что спросить хочет, слышь, мне похуй вообще, я ваш рот ебал. Интересно, у них нормально все вообще с психикой? Давай дальше. Слушай. Так, ребятки, что скажу? Ну, я вот буду... неприятный трек. Да, неприятный. Да, слушай, начало... было неприятно. Да, начало было нормально, вот один куплет. Ничего плохого не было. Там любовь, сравнивать любовь. Начало трека, ребятки, да. Потом начался уже беспредел. Трэш какой-то. Трэш, да, ребятки. Мне тоже не понравилось, друзья. Непонятно. Непонятно. Музыка такая. Ну, танцевать можно, ребятки. Голоса у них, конечно, нормальные. Но если бы они вот текст красивый написали бы, да, и спели бы. И знаете, им цены не было бы. У них голоса красивые. У них есть, как сказать, у них слух есть. Они хорошо поют. Слух у них есть, ребятки. Они музыку чувствуют. Ну, слова это, ребят, я не знаю. Не знаю, ребятки. Я их пропускаю, как будто я не слышала это. Учиться нечему здесь, ребятки. Никакого смысла нет в песне, в треке, ребятки. Только начало, один куплет. Понимаете? Не понравилось, друзья. Извините. Не обижайтесь. Пока.